Медики осмотрели обоих водителей, но никаких серьезных травм не обнаружили, лишь ушибы и ссадины, поэтому забирать в больницу никого не стали. Первая машина проехала, я за ним ехал, за мной еще ехала машина. Вот за мной, который ехал, он говорит, а что, говорит, он говорит, на красный, говорит, я, говорит, за тобой ехал. По словам владельца «Шевроле», у него есть множество свидетелей, которые готовы подтвердить его невиновность в суде. Мужчина утверждает, что вместе с потоком машин проезжал перекресток по улице Чернышевского. Давно горел зеленый, поэтому никак не ожидал, что на перерез выскочит «Опель». В свою очередь, второй автомобилист уверен, что на него наговаривают. Разрешающий свет. Чистый зеленый был, не переключался? Нет. Дорожное происшествие на этом перекрестке случается регулярно. Чтобы снизить аварийность, даже светофор специально отрегулировали так, чтобы он работал с замедлением. Перед переключением на зеленый несколько секунд во все стороны горит красный свет. Тем не менее, от лихих гонщиков это не спасает. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Эфир 24.